Да пальчик. Смотри, на меня даже препоны ставят. Нет, просто... Чтобы я не укусил там, где не надо. Тут просто гнилой он. Мы купили отличный манго за 8400 рупий. Это вообще не видано. Но оно у нас лежало в тепле, под сидушкой скутера 3 дня. Да, и под пропало. И как бы уже подходит. Но вкусно. Но сожралось на ура. Итак, я по традиции выхожу из номера гестхауса и говорю всем привет. Это летающие пингвины. Мы находимся в городе Нигара. Это на Бали. А сегодня, между прочим, 9-е. Сегодня у нас у всех интернет по тут. Да. Почему? Наверное, месяц прошел, нет? Месяц не прошел. Между собой связи нету, и мы можем теперь... Сейчас мы заедем в салон связи и решим этот вопрос. Нет. Как спалось, скажи? Плохо. Почему? Потому что мы спали на полу. Заходи. Да? На полу. Аттракцион. А зачем мы спали на полу? У вас же кровать. Потому что у нас были или клопы тут какие-то, они грызли на кровати жестко. Невозможно было уснуть. Короче, вадовый клоповничек он вписался. Да, да. Вот тебе и 75 тысяч за ночь. Это облом, конечно, что у тебя в номере ты не можешь спать на кровати. Но я спал на полу, мне было прекрасно. Я просто на коврике завалился, саронгом накрылся, а ночью вообще даже без саронга спал. Мне, кстати, вообще неплохо спалось, после того, как я комара убила на стене. Я со спокойной совестью начала спать. Я такой ночью сижу, монтирую видео. Включается свет, Анжела начинает скакать, комаров мочить. Вот. Ну, был один, да. Косметичку вам туда? Едь. Нормально едет, да? Едется шикарно. Да. Все, сейчас это, собираем быстро шмотки и едем дальше. До 4 дождя не будет сегодня, я не заказывал. Заказывал после 4. Андрюш, ты видишь связь между клопами и тем, что ты от рыбы отказался вчера? Нет. Хреново. Просто когда тебе что-то предлагают в путешествии, никогда нельзя отказываться. Надо всегда принимать с благодарностью и пользоваться. Потому что если бы мы согласились поесть рыбу, потом нас пригласили бы переночевать, и там бы не было клопов. Заправка в дуре. Думают, дурачок. Дают сдачи меньше. Это не первый раз происходит. А где этот ниндзя? Ты уехал уже? Да, я его сняла. Прикольный такой. Что это за меч? Я вообще не знаю. Типа мачете. Наверное, что-то мусульманское, нет? Я думаю, это не для защиты. Не, это просто типа как символ, нет? Я думаю, это для работы. Может быть. Поиски кафе, они всегда проходят здесь с приключениями. Но вот сейчас что-то нашли там. Я буду кусок курицы. О, птички. Все это вчерашнее. Вот оно всю ночь лежало без холодильника здесь на жаре, поэтому лучше съесть что-нибудь приготовленное. Нахи гарен нормально будет. Я буду вон тот чай внизу, как это стоит. Слева. Внизу слева. О, петушок. У него прямо клюв острый. И большие острые когти. Да что ты? А это меню в этом замечательном кафе. Вот седья написано сверху, значит меню. Наси значит рис, аям курица, эс значит лед. Вот со льдом, видите, у них есть сок, кофе, а вот это я не знаю, что такое. Тут же рядом с меню какие-то писания из Корана, ниже фотографии детей. Календарь. Вот еще какие-то школьные фотографии. Сигареты продаются.
И опять фотографии. В общем, как бы так вот у них работа и жизнь, она так смешана, и они не стесняются, что там где-то на рабочем месте на обозрение всей публики висят какие-то фотки личные. Вот они могут тут спать, вот тут вот прям, или жить. Thank you, мадам. Уже больше не хочется есть на сигарен, уже хочется паттай или какое-нибудь новое блюдо. А на сигарен уже, ну, это еда и еда, уже неинтересно, но вкусно. Кока-кола здесь основной ходовой напиток в Индонезии. И стоит он 5000 рупий за маленькую бутылку. А еще вот такой популярен напиток, это чай сладкий. И он в многоразовых бутылках. Такая бутылка стоит 2 или 3 тысячи. Вкусно? Да, немножко островатенько. Но вкусно. Островато? Островатая страна Индонезия. В ней немного островатый на сигарен подают. Потуга вежливости. Чтобы ты могла выбрать, ложкой тебе есть или вилкой. Но я смотрю, ты умеешь пользоваться столовыми приборами. Сейчас немного свернули с трассы, вот, едем мы в горы, в сторону горного озера. Там по карте вроде как бы горное озеро прямо около самых, ну, вот уже прямо у гор, и к нему есть подъезд прямо вот с двух сторон. Мы с одной стороны подъедем, посмотрим, что это за озеро такое, интересно ли там, посмотрим на горы поближе и поедем обратно. Через восточную часть доедем, посмотрим паромную переправу, разберемся, где нам переправляться на Яву. Вот, в следующий раз, ну, когда мы автостопом поедем. И потом, ой, уточка. И потом поедем уже с другой стороны, с северной заедем, уже в Мундук поедем, в горы уже поднимемся. Такой план. Смотри, кстати, интересно, да, что по-другому немного живут. Заборов нету. Нету забора, и вот тоже забора нет. Я думаю, просто не все могут позволить себе эти заборы, потому что это все-таки камень. Есть впечатление, что чуть по-разному живут в разных частях острова. И вот сейчас мы на западной стороне, и здесь складывается такое вообще впечатление, что здесь население, так оно вот по духу своему ближе как-то к Яве немного, чем к Бали. Мусульмане, мусульмане кругом. О, бабочка огромная вообще. Привет. Такие маленькие, а уже взрослые, да? Hello. Танюш, мне очень нравится на скутере ездить. Я понял, что мой любимый способ путешествий – это на скутере. Потому что плюсов вообще огромное количество. Во-первых, ты просто ближе к природе и ко всему. Сидишь высоко, обдуваемый всеми ветрами, чувствуешь скорость. Видишь все вокруг хорошо, никаких преград между тобой и окружающим пространством нету. Вот, и во-вторых, ты можешь ехать медленно, потихоньку, как пешеход, и смотреть кругом, а можешь газку как дать, вот, и погнать с огромной скоростью. Он экономичен, бензина почти не потребляет. Вот мы сегодня заправились, нам на целый день сегодня ездить, 20 тысяч. То есть это меньше $2 заправка получилась. Вот. И потом ты можешь забраться в любые перни, вообще куда угодно. Вот сейчас мы взяли, с главной дороги свернули, поехали через какую-то деревню. Дорога вообще фиг пойми какая, разбитая вся. Hello. Но ничего, нормально, едется и даже получается удовольствие. Вот, ты можешь по тропинке ездить, то есть не обязательно ездить по дорогам, можно по тропинкам пешеходным ездить.
вот. То есть это вообще это супер мега офигенное средство для путешествий. И очень жаль, что ну, у нас нету своего пока хорошего мотоцикла, но он у нас будет. То есть мы когда-нибудь мы начнем путешествовать на мотоцикле обязательно. А еще на скутере немного опасно ездить, потому что если упадешь, то будет очень плохо, очень больно и может быть даже травматично. Вот, на машине не так опасно, но мне это даже нравится, потому что степень ответственности выше. То есть ты понимаешь, что падать тебе, врезаться тебе никуда нельзя. Дорога по карте кончилась, и ой, реально дорога тоже кончилась. Здесь какая-то грязевая тропинка через джунгли. Но подожди, подожди, может я сойду? Не надо сходить. Вот, но по этой тропинке, конечно, мне кажется, фиг мы доедем. Потому что пока она идет по горизонтальной поверхности, ой, то это еще более-менее терпимо. Но как, если поверхность станет не горизонтальная, это будет жопа. Все, финиш. Пешком не пойдем, далеко. Вон озеро. Тут есть в одном месте дорога. А, ну вот, есть тут подъезды к озеру с другой стороны, но дорога идет вокруг озера. Когда куда-то едешь, на скутере, надо думать в первую очередь о том, как ты потом оттуда будешь выезжать, если вдруг там тупик. Дай бог. Но вот здесь пока еще есть проезд, вполне нормальный. Уже круто становится, поэтому потихоньку. Если потихоньку, то нормально, везде можно проехать. Иногда в своем стремлении забраться в говны мы перебарщиваем. Фух. Аккуратней, там лужа внизу в траве. Я в ней чуть не подскользнулся. Ну вот навигатор показывает, что мы на дороге. И действительно, похоже, машины-то ездили здесь. Все-таки... Я сомневаюсь, что здесь есть отель. Ну, вообще дальше показано, что отель есть. Вон асфальт уже. Приехали. А тут есть асфальт? А, это спа. Да, нет.
Чё ты там работаешь? Да, тут переписка активная. А, это водохранилище, оказывается. Вот, видите, как интересно? Вот оно просто, да? Вот оно. А вон там, внизу, уровень гораздо ниже, чем здесь. Офигенно, да? Угу. То есть тут должна была быть вода, по идее. Ну, она иногда, видимо, переливается через край вон там вот. Ага. И сливается вон туда, по этому каналу. Да-да. Hello! Hello! Мороженое в булочке, прикинь. Да. Угу. Вот так вот. Очень странно, но вкусно. Смотрите, он прям булочку ножом разрезает, прям вместе с полиэтиленом. И туда мороженого хобана. Вот так вот. Да? Вон у него там оно. У него такая ложка подпиленная специально. А потом шоколадным типа молоком... сгущенным. И что это? Пири. Вы подумаете, они что, немцы что ли? Они что, нацисты? Свастику у себя на стенах рисовать. А это не свастика, это солярный знак, скажем мы вам. Самый древний символ на Земле. Да, потому что этот символ означает солнце. А еще он означает круг рождения и смерти. Да. Вот эти арки из деревьев очень-очень красивые. Когда едешь по этой дороге, они так нависают над тобой, и это очень красиво. Точки острова Бали, и вот она Ява, вон она вся Ява, вон видите, горы на Яве есть. Как было бы круто покататься на скутерах по Яве. Может быть, мы так и поступим, мы возьмем там скутеры и объедем всю Яву. Успеем до 24-го? Мы, конечно же, не успеем ни хрена. Вот видите, как тут грязно. Всякие тапки валяются. Это твои, Руслан, вот эти тапки? Помнишь, ты потерял? Вот. Пенопласт. Кокосы недогоревшие какие-то, жженые. Пластиковые детали от сетей. Крышки и пробки. Всякие разные пузырьки, бутылочки, флакончики. Вот видите, есть совсем маленькие тапочки. Вот такие вот. И... здесь, в принципе, можно насобирать прекрасную коллекцию. Прекрасную коллекцию мусора можно собрать и сделать музей мусора, который выносит на берег. Но мы не будем этим заниматься. Вот, помимо, кстати, мусора, здесь есть еще и вполне приличные вещи, такие как кораллы. Вот. О, интересная штука. Вот такой вот здесь песок. Он абсолютно чистый. Он очень-очень-очень-очень горячий. А, я даже рукой не могу его взять. Не то, чтобы ногами по нему ходить. Вот, и он очень чистый. Сегодня замечательный день. Сейчас мы искупаемся, поедем в горы. Там будет прохладненько, может быть, даже дождик. На Яву, кстати, я бы, наверное, бы тоже съездил. Я просто, у меня-то 17-го надо людей встречать. Ява 1000 километров длиной. Я же говорю, поэтому смысла нет. В следующий раз, наверное, туда метнуться можно. Ну давай, мы исследуем, посмотрим, потом расскажем тебе. Может быть, действительно организуем мотопутешествие по Яве.
Ну такое, не коммерческое, а так для своих просто. Здесь очень прозрачная вода. Я взял очки и буду нырять. Я плыву. Меня унесло тапки. Вот он. Мой тапочек. Мой дырявенький тапочек. Изношенный, но любимый. Похоронная процессия. Все деревни идут сжигать тело покойного. Улыбаются, руками машут, и никакого... никто не плачет. Есть магазин 7-Eleven и Tesco. А в Индонезии, ну, в частности, вот на Бали, рулят Индомарет и Альфа-Март. Тоже такие продуктовые магазины, в которых есть всякие полезные мелочи и вкусности. Все, в принципе, недорого. Есть банкоматы и вкусное мороженое. Надо 5? Да. У меня есть. Локет. 2? А, это касса, наверное. Так, мы заезжаем в место, которое называется... Ирпанас Банджар. Там натуральный горячий источник. Вход стоит 5000 на взрослого. Я надеюсь, что там будет тенек, потому что сегодня было слишком много солнца. Ну, сейчас посмотрим, что это за hot spring. Он не очень-то популярен. И стоит, на удивление, не 100 тысяч, как обычно это стоит, а всего лишь 5. Вообще народ пишет, кто был на разных, говорят, что это самый лучший. Смотрите-ка, крыша украшена улиточными раковинами. Удивительно, это же, блин, большая работа. Вот кто-то заморочился. О, тут весь дом такой. И стены, ты смотри. Класс, молодцы. Красиво. О, петух. Оп. Прикольные они вообще. И я вам скажу так, что я уже сейчас, прямо отсюда, вижу, что это место стоит посещения. Во-первых, оно стоит всего лишь 5000 вход. А все горячие источники на Бали стоят от 100 тысяч. А вот, это что касается Батура, например. А здесь... Вход стоит 5000, и здесь круто. То есть, ну вот, хотя бы вот отсюда посмотреть. Такой ручей интересный течет.
Там цветы внизу, огромные растения, лопухи вот эти вот красивые. Каскадом из одного бассейна в другой переливается теплая вода, в которой мы сейчас будем купаться. Места, откуда вода выходит, украшены головами там драконов каких-то. Он просто теплый, да. Это скорее просто такой бассейн, причем, ну, с непрозрачной водой, с мутной. Он считается типа святой, поэтому сюда местные приезжают много. А еще туристы про него прознали, он дешевый, клевый, и туристов очень много. Еще тут можно нырять с бортика. Прикольно, всем советуем заехать. Вот, тут садик красивый, тут можно поесть. Не знаю почем, потому что мы в таких местах никогда не едим. А вот хотелось в горячей воде покупаться, это не получилось. Yes, very good. I like this place. I have. Это 500 рупий стоит за штуку. Давайте 5. Это позитивные жаренности. Такой позитивный соус остренький в бумажечке. Остренький это вот. Перчик? Фига ты. Забирай пакет у меня. Так что же все-таки внутри? Ростки. А, это капуста цветная. Обычная. Цветная, дорогая. Да, это капуста внутри. Угу. Они прямо... Угу. Они очень хороши. И соус замечательный. Сейчас у нас начнется подъем в горы. А солнце уже заходит. Где ночевать будем? Одному Богу известно. Без понятия. Я еще обнаружил, что здесь вот дальше туда в горе, здесь вглубь острова, идет горный хребет. И вокруг него две дороги. И я не помню, по какой мы в прошлом году ездили. Виды. Блин, как офигенно. Да. Hello. Весь Бали как на ладони. Что он делает? А? Манго снимает. Ничего так ведут, да? Жестко. Hello. Сидишь в Москве? Hello. Hello.
это взрослый мальчик. Едем мы по горам. По запросу Homestay Google карты не выдает ничего. В ближайших километрах 100. Вот. И где и как мы будем ночевать, понятия не имею. Но мы едем в сторону озера Братан. Я уверен, что там что-нибудь мы обязательно найдем. У нас есть одна палатка и 3 спальника на 5. Вот, поэтому как-нибудь мы переночуем. У нас стремительно темнеет, солнце закатилось, а в горах и вообще в Азии темнеет очень быстро. Как только солнце зашло, буквально 20 минут и все, темнота. Поэтому мы прекращаем съемку. Вот, надеемся найти ночлег здесь где-то неподалеку. Может быть, даже до темноты. Пожелайте нам удачи. И увидимся уже в отеле, наверное. Так, когда светло будет. Да. Пока. Вырубай.